дома. Это просто кино. Натали, сколько можно верить в сказки? Таким, как мы, подобное не светит. Почему? Ты в зеркало смотрела, тоже мне Джулия Робертс. 25 лет спустя. О чем спорим? Натали считает, романтические комедии надо запретить. Бред сивой кобылы под попсовый саундтрек. Если хочешь, чтобы тебя заметили, попробуй хоть немного раскрыться. Привет, я Дерек. Натали. Сумку гони! Вот за что мне это все? Где я? Вы в больнице. Какая же это больница? Это Уильямс-Сонома. Такое ощущение, что на весь Нью-Йорк бьюти-фильтр натянули. Полиция, чем могу помочь? В мою квартиру вломились и все барахло заменили на нормальные вещи. Вы звоните, потому что квартира слишком большая и обуви целый вагон? Да, именно. Пока. New Line Cinema представляет. У меня крыша поехала, я башкой о стол приложилась и очнулась в параллельном мире. У меня откуда-то взялся лучше другей из стереотипов прошлого века. Раздвигаем ножки. Да блин, а мужики смотрят мне в глаза. Обворожительная кокетка. Ты тоже это чувствуешь? Нет, только не это. Я застряла в... Моя жизнь превратилась в ее... романтическую комедию! С детским рейтингом! Смотрите на День Валентина. Так, пупсик, выкладывай. Мне надо влюбить в себя мужика. Бум, 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 да! Ребел Уилсон. Я Джош. Какое красивое имя. Доброе утро, милая. Волшебная была ночка. У нас даже не было ничего. Сразу утро настало. Что? Иди-ка сюда. Лечу. Доброе утро, милая. Волшебная была ночка. Натали, я тебя... Не романтично ли это? Февраля.